Вычищенные до блеска ордена и медали, военная выправка, несмотря на преклонный возраст, и красные гвоздики в руках, как символ вечной памяти павшим соратникам. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится меньше. Сейчас в Алматы их осталось около 2000 человек. Сегодня фронтовиков поздравил лично глава государства Нурсултан Назарбаев. 66-й раз мы отмечаем этот день. Мы отметили 65-летие в прошлом году. Приближается 70-летие Великой Победы. Чем больше времени проходит, тем больше осознания великих свершений Великой Победы, которая совершила ваше поколение. Это никогда не должно забыться, потому что на этом мы показываем, что такое единство людей, что такое братство и как надо любить Родину. Это очень важно для нашей молодой страны. Нам есть чем гордиться. 558 казахстанских солдат вернулись из той войны героями Советского Союза. Важно и дальше воспитывать молодежь в духе героизма и любви к родине, подчеркнул президент. Дальнейший курс Казахстана – политика добрососедства, сотрудничества и ядерного разоружения в мире. Поздравил боевых соратников и первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагомбетов. Кстати, единственный в те годы участник войны среди министров обороны стран СНГ. Он прошагал военными тропами от Кавказа до самого Берлина. Из-за храбрости и умелой команды уже в 20 лет завоевал почетное звание Героя Советского Союза. День Победы прославленный генерал запомнил навсегда. Ну, когда уж победили мы, конечно, не верилось, что день и ночь стрельба, в грязи, в холоде, в голоде. Ну, в голоде, пожалуй, мы и не бывали, надо прямо сказать, обеспечивалось мы так. И вдруг тишина, ни одного выстрела, и даже в это не верилось. И вот такая пошла пальба, что мы испугались сами, потому что солдаты начали без разрешения стрелять вверх, естественно. Зенитки начали стрелять. Мы еле остановили, но жертв, правда, не было. Я был командиром батальона в то время. Радостям не было предела. Фронтовиком Великой Отечественной оказался еще один бывший министр сельского хозяйства Казахской ССР Бернат Дворецкий. Трижды контуженный фронтовик вспоминает. 50 дней и ночей продолжалась Курская битва, завершившаяся разгромом фашистов. Впервые за два года войны эту победу отметили праздничным салютом в Москве. Курская дуга, я как раз чуть правее Прохоровки знаменитой, где очень страшные танковые тараны были. И по 500 самолетов налетало. Так называемым челночным способом. Одни отбомбились, уходят, а другие заходят. Незабываемым парад Победы 45-го стал и для Евгения Рогачева. Радостная весть настигла молодого командира взвода автоматчиков в Германском лесу. За боевые заслуги его тут же откомандировали в Москву для участия в победном шествии. На Красной площади наш земляк еще раз убедился в военной мощи Советского Союза и увидел самого товарища Сталина. В Алма-Ате было 28 человек, участников парада Победы. Первого. Все умерли. Я вот остался один, и Бегельдинов еще. И все. И он Нурмагомбетов. Три человека в живых остались. Миллионы судеб объединила Великая Отечественная война. Для всех них этот день 66 лет назад стал самым долгожданным праздником. Со слезами счастья и такого желанного мирного неба над головой. 1 800 000 казахстанцев участвовало в самом грандиозном сражении прошлого века. И большая часть их так и не вернулась, пав смертью храбрых. Спасибо вам за мирное небо над головой и вечная память.